помощью бошика решил проверить, нет ли у меня отклонений по вертикали. Слава богу, нет. Зелененькая полосочка идет прямо на каждом блоке с края. Это радует. Следующий угол с той стороны сейчас промерил, тоже ровно, здесь ровно. Это радует. Вот тут начинается жопка, сложные углы. Так, и туда пошел эркер. Но тем не менее угол выдержан. В некоторых местах блоки чуть-чуть отходят, но в целом весь угол идет ровно. Это радует. Следующий угол эркера. Сейчас он тот мерил, сейчас вот этот. Относительно первого ряды немножко гуляют, но крайний угол выровнялся. Все, идем ровно. Это тоже радует. Следующий угол эркера. Аля, как комары грызут. Все идет строго в уровень. Опять радует. Последний угол эркера. Все идет четко. Предпоследний кирпичик. Вот тот. Обламывается. Так он шел ровно. Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому он даже видно на верхнем. Обламываются кусочки. Запарился уже их подклеивать. Крайний угол дома. Все четко. Слава богу. Это был предпоследний. Сейчас я его мерял с этой стороны. А сейчас с этой. Видно, что бляха загрызли. Лучик идет в аккурат. Все четко.